Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Сегодня воскресенье, и нам пора закрывать все хвосты. Ну что, начнем, во-первых, с получения награды. Блин, буквально $1 не хватило мне для того, чтобы получить 250 бакинских. А это я бы смог себе купить 10 откатов. Слушай, ну я надеюсь, что сегодня, ребят, нам хватит всего для того, чтобы забраться в топчик. Завтра я не смогу поиграть, потому что у меня начинаются рабочие смены. Так что сегодня последний шанс. Начнем с открытия колоды. Вперед. Бесплатно. Давай посмотрим, что нам здесь выпадет. Да ничего хорошего, мутагеноид. Ладно. Забираем реварды. Так, поднять уровень персонажа, сразиться в боях. Но это мы с тобой сделаем. Так, что у нас в магазине? Давай посмотрим. Оу, друзья мои, я могу нас всех поздравить. А с чем, ты спросишь? А вот с чем, ребят. Последние 5 ДНК мы с вами покупаем на Донателло фильм. Значит, он у нас прокачается и, по-моему, получит 5-ю последнюю звезду. Если мне память не изменяет. Что у нас здесь? Ё-моё. Также мы с тобой здесь можем приобрести 5 ДНК, точнее 3 ДНК на Майки и Космос, да? Слушай, мы можем даже с тобой Леонардо взять. Хм, заманчиво, но я, наверное, все-таки потерплю. Не будем с тобой сейчас все здесь тратить. Так, турнирная арена. Как ты видишь, Лига Мастеров 2 звезды, ранг 16. Нам нужно сегодня в топчик 20 откатов. Не знаю, как это у нас, ребят, сегодня получится. Кстати, подожди. Подожди секунду. $254 уже. Так, покупаем. Ну вот, 30 откатов. Надо постараться, друзья мои, очень сильно. Так, ну что, пойдем с тобой, наверное, сразимся в боях. А сколько у меня телепортов, скажи-ка мне на милость. Ну-ка, вначале мы, наверное, прапаем Донателло, да? 10 тысяч мутагена нужно? Да, у нас хватает. Ну что же, я его поздравляю, друзья, и у нас открывается управление дроном. Донни использует дрона, чтобы рассеивать губительный для врага туман. Разрушитель. Вероятность 25% уменьшить силу атаки на 50% в течение 2 ходов. То есть мы понижаем силу врага на 50%. Но, правда, вероятность срабатывания всего лишь 25%. Но я тебе повторю, что это на первом разряде, да? На первом ступени. И если это будет ступень 5-6, я думаю, что вероятность будет где-то около 50%. Ну что же, я думаю, что он заслужил подняться до 45-го. Отлично. Ну что же, еще одна приятная новость, да, на сегодня. Так, забираем наградочку и пошли теперь сразимся в боях. Ой, подожди, подожди, подожди секунду. Нет, я поспешил. Где у нас Джастин? Вот он. Навыки. Так, ну что, нам нужно найти здесь 19 комиксов. А у меня 15 телепортов. Хм. Этого мало, друзья мои. Да и как видишь, комикс что-то мне не особо рад выпадать. Ладно, попробуем. Так, еще один выпал. Второй. Третий. Пошла маза. Угу. Как пошла, так и прошла. Ребята, смотрим, чтобы у нас хватило этих телепортов. Все, я задание выполнил. Давай забирать ревард. Короче, нам нужно еще 16 комиксов. Даже 17. Так, ну что, здесь вроде бы все сделали. Да? Ну что, пойдем добивать арену. Погнали. Значит так, нам нужно сегодня получить Лигу Мастеров 3 звезды и желательно топчик. А до конца, как ты видишь, осталось всего лишь 19,5 часов. Фух. Так, Брайан, Маша. Давай, наверное, возьмем с тобой Машу для начала. Да? Машеньку нашу. Так, возьму Леонардо. Плюс ко всему возьму, наверное, Джастина. Нет. Лучше, наверное, возьму Железноголового. И ко всему этому я плюсану Ваню. Нейтрализатора.
и по укуса. Сейчас выбрала, сам думаю, зачем я так сделал, а? Вот скажи мне, на милость. Хотя нормально все. Нам с тобой нужно здесь сейчас по минималочке, да, как-то потратиться. А вот в дальнейшем... Тихо, тихо, не надо паукуса шлепать. Ребята, вот это... Вот это подст... Ё-моё! Вот это я поиграл. Вот это я чуданул. Твою же налево. Ну и как это понимать, ребят? Офигеть. Сыграли. Мне такой расклад совсем не понравился. Совсем. Ты понимаешь? Слушай, тебе не кажется, что игра немножко как-то подлагивает? Я вот заметил это по боевке. Так, ладно. Давай попробуем следующий бой. Чё за бред-то у нас вышел, а? Надеюсь, Лео, не подведешь? Так, Армагоша, твоя очередь, давай на выход. В плане! Так, ребят, по-моему, игра лагает. Надо перезайти, наверное, в нее. Все, отлично. Хотя бы здесь победа. В Лигу Мастеров-то я попаду 3 звезды или нет? Все-таки еще не хватит мне. Сейчас посмотрим. Ну, не хватило. Так, друзья мои, надо перезайти в игру, потому что, ну, сами видите, да? Что-то не очень хорошо все идет. Ну что, друзья, продолжаем. Так, здесь мы выберем с тобой, наверное, Джейсона. Хотя, постой-ка секунду. Может быть, вот. Возьмем, наверное, Милену. Тут все-таки кубков чуть-чуть побольше. Так, возьму Леонардо. Вместе с ним пойдет... Пойдет Усаги вместе с ним. Вот кто. Че тут еще изобретает, да, велосипед? Слушай, это рискованно. Это очень рискованно, потому что... Если мы не добьем... Обычно против 79-х уровней мы с тобой берем одного... Точнее, третьего бойца из топчика, да? Чтобы 100% быть уверенным. А сейчас я, по-моему, фигню сморозил. Потому что я взял... Хотя, погоди секунду. Посмотрим. Так, Лео делает вертушку. Да, нам здесь повезло. А ведь могли ребята исфейлиться опять же. Что-то я расслабился. И это на финале. Нет, такое недопустимо. Ну что, мы с тобой в мастере 3 звезды, 94-я позиция. То есть рассчитывай где-то на боев 10-11. По 2 отката, да, это получается 22 откатика мы с тобой потратим. В общем, должно хватить у нас. Ну что же, берем с тобой Ками. Так, Лео, Усаги возвращаются обратно. Плюс ко всему, мы берем с тобой здесь Змейка Вьюна и вот этих двух партизанов. То есть Кирби и Леонардо Классика. Ну что же, давай зажигать. Звезды в нашем небе. Так, Усаги делать вертушку. Слушай, постепенно урон почти на всех повесил, кроме Майки. Но это не страшно, потому что он сейчас погибнет от вертушки от Леонардо. Замечательно. А Кирби так радуется, да? Как будто он там сделал какой-то офигенный взнос в этой победе. Халявщик он, вот что я тебе скажу. Ну что же, давай смотреть. 94-я была, становится 81-я. Неплохо так, на 13 ступенек мы с тобой пролетели. Давай тогда в таком же духе продолжать. И я возьму Эрика. Так, опять тратим с тобой 2 отката. Беру на этот раз Джастина, Карайку и Тимати. Если мы сейчас с тобой еще 12 ступенек пролетим, будет прекрасно. Ну, главное, чтобы не меньше. Так, ну что, ребятушки, здорово. Пора вам, наверное, всем на боковую. Ну, в принципе, да. Слушай, смотри-ка, везде спринтер, я уже который раз замечаю. Тихо, 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 не надо буянить. Упс. Так, и тебя влюлю. Ага. Ну, молодец, Тимати. Ты заметил тоже, да, надеюсь, что в прошлом бою сплинтер был. Сейчас опять сплинтер. И он контратакует.
Вот в чем, ребята, он хорош? То, что он может делать контратаку. Так, ну что же, 73-я позиция. Неплохо. Двигаемся дальше. Возьмем с тобой, наверное, Кика. Да, я возьму Кику. Смотрим, главное, за телепортами, чтобы все у нас с тобой хватило. Рахзарчик. Слушай, вот здесь опасно. Здесь знаешь, почему опасно? Потому что есть Ванька со своей массовой атакой. Я, наверное, не буду рисковать. Возьмем вот такую вот команду с тобой. Если бы не было бы здесь Ванюша, я бы взял бы кого-нибудь послабее. А он может из пулемета бомбануть. Хотя вряд ли он доживет до этого. Но все-таки не будем рисковать. Уже первый бой показал наш риск неоправданный. Так, Донни выжил, да? Но это ненадолго. Вот теперь сидишь и думаешь, ну нафига я брал сюда Криса и нафига я брал сюда Сплинтера, если мы могли бы справиться. А вот так всегда. Как перестрахуешься, все идет на изи. Как только думаешь, да, прокатит, и головы летят. Ну что же, здесь можно взять Урандиса, например. Урандис. Так, Урандис возьмем, наверное. Так, тут нет массовиков, да? Ну, не считая, конечно, Рафаэля оригинала. Он может бомбануть массовой атакой. Но вот доживет ли он до нее? Я не уверен. Так, пробуем. Просто хочется посмотреть. Выживет? Нет, 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 нет. Конечно же не выживет, ребят. Я сейчас буду просто издеваться, смотри. Упс. Все, они все рассыпались. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Так, это... Что он делает? Так, я сейчас, по-моему, доприкалываюсь, а? Тебе не кажется так? Нашел, когда шутки шутковать. Но Леонардо молодец, все-таки завалил его. Сплинтера. Так нельзя впредь делать, потому что у него же контратака. Если бы у нас были бы противнички, точнее мои персонажи чуть-чуть послабее, он бы мог их распинать. Ну что, 53-я позиция, 25 откатов. Я думаю, что вполне хватит нам сегодня забраться в топ. Так, Лисет. Нет, я возьму, наверное, Артема. Да, я возьму Артемку. Раз, два. Возьмем сюда Майки, потому что он все равно не особо где-то нужен. И вот этих вот двоих. Крысиный король плюс мутагеноид. От них тут толка, сам понимаешь, мало. Но нам нельзя позволять, чтобы по ним нанесли удар. Так, у кого здесь большие шансы на выживание? У Донателло. Поэтому начнем с него. Раз. Два. Теперь Усаги начинает делать свою крученую. Слушай-ка, неплохо. Совсем неплохо. Ну и, соответственно, Леонардо всех уничтожает. Упс. Бибоп, кстати, не уничтожился. Его сейчас в данный момент погубило постепенный урон. Так что, смотрите. Не надо так шутковать. Так, 43-я позиция. То есть еще где-то 5 боев, да? В среднем. Так, ну здесь можно взять Эрика. Возьмем Эрика. Сюда же возьму, наверное, Рафаэля. И вот этих вот двоих. Бибупа вместе с Крипом. Так, здесь Леонардо есть, да? Ну, посмотрим. Слушай, вот интересно, а почему здесь максимальный уровень на арене именно 79-й? Вот для меня это что-то непонятно. Так, они все под постепенным уроном, поэтому можно не бояться. Почему не 100-й? Почему именно 79-й? Странно как-то. Вам не кажется? Ладно, двигаемся дальше. Какая позиция? 32-я. Слушай, хорошо идем. Очень хорошо. И здесь я возьму, наверное, Алексис. Давай. Возвращайтесь, ребята. Тут я возьму Донателло. И вместе с ними пойдут... Так. Майки. И Монтес. Ну что же, погнали.
Да, друзья мои, сегодня серия будет посвящена именно тому, что мы должны сегодня забраться в топчик с тобой, так как завтра уже будет понедельник. А в понедельник я поиграть не смогу. Я уже объяснил, потому что буду работать. И поэтому вот сегодня я закрываю хвосты все. И будем надеяться, что завтра меня не скинут. Там обычно у нас откат происходит где-то в 3 часа дня. А я, как ты понимаешь, с работы прихожу где-то в 10 часов вечера. Так что я даже не знаю, будет ли у нас завтра буст. Хотелось бы, конечно, но вряд ли. Так, ну что, здесь мы возьмем, наверное, с тобой зэка. И кто у нас тут? Морзильная кошка плюс майки фильм. Ну, здесь, я думаю, победа будет за нами. Плюс у нас еще и зэк с тобой есть. А зэк у нас ходит каким? Вторым, по идее, после Усаги. Он бросит бомбочку, да, и, возможно, сделает замедляшку. А ну-ка проверим. А может быть, даже Мондогека вынесет. Да. И крученая вертушка от Лео. Все, тут на изи. Ну что, последний бой у нас с тобой идет с топчиком, который у нас там на халявку. Это Бакстер Стокман. Местечко у нас какое? Вау, 14-е. Слушай, по-моему, еще бой 2 и все, и топ. Так, Бакстер Стокман, и вместе с ними идет Рафаэль Фильм плюс Хан. Погнали. Конечно, хотелось бы сегодня немножечко пофармить, но ты понимаешь, что у меня нету телепортов, ребята. И я даже не знаю, надо как-то их копить или покупать, и в то же время нужны откаты. В общем, такая довольно патовая ситуация получается у нас. Выбор между телепортами и откатами. Так, секунду, подожди, что-то пошло не так. Фу, Бакстер Стокман. А он мог бы ударить, ребята. Он бы мог завалить спокойно Хана. В легкую, если бы ударил. А не пошел бы в инвиз. Так что это было рискованно. Очень сильно рискованно. Так, все-таки не перешли. 6-я позиция, ребята. Все, последний бой. Ну, здесь можно любого выбирать. Давай возьмем, наверное, Ференса. Так, Ференс. Давай Армагона возьмем. На дорожку, да? И пойдет Эйприл плюс Леонардо Ролевой. Также мы с тобой давно не открывали паки на рулетке. Опять же, ребят, из-за того, что у нас нету с вами телепортов. Очень много там тратится. Вот, кстати, очень интересно, почему они добавили нам сюда, да, например, откаты плюс дополнительные карты. А почему они нам не добавили сюда на те же самые телепорты бонус? Ну что, друзья мои, в плане. А, ну все, отлично. Отлично. Как ты видишь, первое место. Больше нам с тобой здесь ничего не сделать. Вообще. Энергия вся потрачена. Тут у нас все с тобой взято, что можно. По заданиям все сделано. Ну и как ты понимаешь, если даже идти, например, на фарм, который мы обычно делаем с тобой, да, у меня не хватит телепортов, их очень мало. Хотя хотелось бы, если честно, еще немножечко получить черепашек из космоса, но нет такой возможности. Тогда остается закругляться. Ну что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых. Подожди секунду, мутагена хватает. А это значит, что Армагошу я прокачаю. Так, ну что, еще левел, и он будет 90 уровня. А теперь все, всем удачи и до новых скорых видосиков.